Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков, и в данном видео я хочу показать, как вы можете сделать заказ и оплатить карты в компании Identification. В левом меню нажимаем на кнопку Credit Card Request. Если вы уже заказывали карту раньше, то вам остается ее только оплатить. Если вы карту еще не заказывали, нажимаете кнопку Order New Card. Здесь вы выбираете тип карты Visa или MasterCard. Дальше вы выбираете цвет карты, черный или золотистый. Нажимаете кнопку Next. Дальше заполняете ваши данные латинскими буквами. Full name, имя и фамилия, электронная почта, номер мобильного телефона в международном формате, адрес, номер дома, номер квартиры, улица, почтовый индекс, город, страна, выбираете из списка, серия, номер паспорта и ваш налоговый номер. После этого нажимаете голубую кнопку Request Card, то есть сделать заказ карты. Как видите, в моем случае уже заказана золотистая карта Visa Gold, и мне остается ее только оплатить. Стоимость карты составляет 35 си или 30 долларов. Нажимаю голубую кнопку «Оплатить карту». Как видите, на оплату карты дается полчаса, и время постепенно истекает. Вот здесь внизу есть переключатель, с помощью которого вы можете переключить на русский язык, найти его в списке. Если вы планируете оплачивать через мобильное приложение, вы можете просто отсканировать этот код. Если планируете оплачивать через биткоин кошелек, то лучше тогда нажать вот сюда «Скопировать». Мне нужно перевести для оплаты вот такую-то сумму на вот этот адрес. Вставляю адрес кошелька и сумму в биткоинах в моем биткоин кошельке. И после этого нажимаю синюю кнопку «Continue». Еще раз проверяем все параметры и нажимаю кнопку Send Bitcoin. После отправки средств появляется вот такое сообщение: выставленный счет оплачен. Нажимаю вернуться в Identification. Напротив заказанной карты с правой стороны в графе Payment State, то есть состояние платежа, появилась заявка «Обрабатывается». По поводу верификации документов вот такая информация от Ирины Абалаковой. Партнеры, сейчас, наверное, вы все уже увидели в бэк-офисах кнопка оплаты карты. И у всех вот такая картина, которая незнакома. То есть пендинг – это в ожидании, получается, верификация. Но никаких шагов пока по верификации карт у нас не было. Нам дана возможность оплаты карты, заказ. Вся информация будет во вторник. Я хочу напомнить, что кто первый будет оплачивать карты, естественно, они сейчас не достанутся абсолютно всем 30 тысячам партнерам, но кто первый оплачивает, карты уйдут максимально быстро из Европы. Вы видите, у меня я оплатила, и у меня статус обработки рядом красная кнопка вторая. Global Star Club. Возможности безграничны.